конце 90-х, в начале 2000-х противостояние со «Спартаком» это было что-то главное, главный матч сезона, вне сомнений. И мне кажется, и у вас, и у всех футболистов был просто фантастический настрой. И когда уже наконец обыграется «Спартак», в итоге пришли к этому. Сейчас, если сравнивать с теми годами, вы чувствуете, у футболистов такой же настрой? Он должен быть. Он должен быть. И вот футболисты, они должны вспоминать, как эти матчи проходили раньше, и реализовывать себя в этих матчах. Футболисты должны обязательно психологически себя настраивать, что такое матч для болельщиков и локомотивских, игра со «Спартаком». Они это должны знать, мы напоминаем об этом, но реализация – это футбольное поле.